Привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал агентства недвижимости в Испании Alex Home Invest. Меня зовут Сергей, и сегодня я буду вашим менеджером. Сегодня мы с вами находимся на улице Virgen del Mar. Эта улица расположена в километре от пляжа, порядка 10-15 минут пешком. До ближайшей Меркадонны 10 минут пешком. Напротив данной урбанизации, где мы сейчас находимся, расположена поликлиника и школа. Это закрытая урбанизация со своей зеленой зоной, со своим бассейном. Сегодня мы будем смотреть апартаменты на третьем этаже в одном из зданий, которые расположены за моей спиной. Это двухспальные апартаменты. И также в цену данных апартаментов будет входить гаражное место. А сейчас давайте не будем терять времени и пройдем посмотрим, что они из себя представляют. Вот, друзья, мы с вами поднялись в наши апартаменты. При входе в квартиру мы оказываемся в небольшом коридоре. По левую руку от меня расположилась ванная комната и одна из спален. И давайте сюда пройдем и с этого начнем наш обзор. Ванная комната достаточно просторная. Здесь расположилась душевая кабина открытого типа, раковина, унитаз. Сделан косметический ремонт. Качество плитки и чистота сантехники хорошие, поэтому можно заезжать и в первое время ничего не переделывать. Что касается самой спальни, в спальне установлена двуспальная кровать, есть тумбочки, тумба для телевизора, а также есть встроенный шкаф и раздвижные окна, которые выходят на крыши близлежащих домов. Мы с вами зашли в основную зону, зону гостиной. Здесь расположилась обеденная зона. Впереди меня расположилась зона отдыха, есть телевизор. Комната достаточно просторная и светлая. Стены и потолки выкрашены хорошо, и перекрашивать ничего не надо. Из окон у нас открывается вид на море. Что касается окон, то они алюминиевые с одним стеклом. И также из этой зоны, из гостиной зоны, у нас есть три выхода. Выход на балкон, проход во вторую спальную зону и также проход на кухню. Давайте пройдем сначала на кухню. Мы с вами на кухне. Кухня сама по себе небольшая, но достаточно компактная. Все расположено под рукой. Из техники есть духовой шкаф, варочная панель, холодильник. Есть стиральная машина. Что касается гарнитура, он в хорошем состоянии, поэтому можно его еще какое-то время вполне использовать. А теперь давайте пройдем и посмотрим спальню. Это вторая спальная комната. Здесь расположены две односпальные кровати. Комната тоже чистая, аккуратная, недавно выкрашенная. У нас есть зона для хранения, это шкаф. И окна выходят на нашу террасу. Сейчас мы на нее пройдем и посмотрим. Вот, друзья, мы с вами оказались на нашей террасе. Терраса достаточно просторная, она выходит на две стороны. И по левую руку от меня, по левую сторону открывается красивый вид на море. Давайте закончим наш обзор данной квартиры, спустимся и подведем итоги. Вот, друзья, мы с вами находимся на пляже Playa de los Locos. Как до этого пляжа, так и до пляжа Дель Пура. От этих апартаментов 15 минут пешком. Давайте напомним, что мы с вами сегодня видели. Это апартаменты с двумя спальнями, отдельной кухней, большой гостиной и своим балконом. Квартира расположена на третьем этаже в закрытой урбанизации. В урбанизации есть свой бассейн,
Также в цену данной квартиры входит свое парковочное место, в здании есть лифт. А общая площадь квартиры составляет 65 метров квадратных и цена 79 тысяч евро. Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы всегда можете связаться со мной по телефону, который видите на экране, или оставить комментарий под этим видео. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем хорошего дня и до новых встреч!